Всем привет! Сегодня вышел прогуляться на фотосессию. Сегодня у нас 2 января 2017 года. Вышел на гостинке, гостиный двор. Вот, прошелся по Ночному Невскому проспекту. Очень красиво. Красивое освещение. Говорят, что очень много денег потратили на это освещение. Но я думаю, что это правильно, потому что должны быть праздники. Очень много людей ходит по Невскому проспекту, по окрестностям, если можно так назвать, близлежащим улицам. Красиво все оформлено. Действительно, весь Невский хорошо оформлен. Дворцовая площадь, большая елка там стоит. В Шуркином садике, Александрийском, ну, мы раньше называли Шуркент, по-курсантски. Красивый сделан водопад такой световой. Я потом в конце этого сюжетика посмотрите. Действительно красиво. Красивые арки около садика, который находится около Зимнего дворца. Говорят, что под этой аркой надо пройти, чтобы было тебе счастье. Я, конечно же, прошел. Вот очень много людей с детьми, все катаются, веселятся. Ну, просто очень здорово. Хочу поздравить вас всех с 2017 годом. Всем пожелать, конечно же, удачи. Потому что удача – это главное. И всегда вспоминаю анекдот по поводу Титаника. Когда плывет богатые все, здоровые, но вот удачи у них не было. Поэтому давайте пожелаем друг другу удачи. Конечно же, денег немножко, хорошо жить, чтобы все было хорошо, были живы, здоровы все. Все, всем пока, всем привет. Немножко я здесь в убыстренном виде это все сделал, сюжетик. Ну, в общем, что есть, то есть, посмотрите. Кто досмотрит, молодец. Все, пока, всем привет. С новым 2017 годом. Ура! Пока.